Журналистское сообщество городского округа отметило юбилей 90 лет со дня основания Люберецкого радио. Оно появилось одним из первых в Московской области в сентябре 1931 года. Историю становления радио коллектив редакции вспомнил со своими коллегами. Говорят люберцы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует радио Люберецкого региона. Это приветствие произносится из редакции Люберецкого радио уже 90 лет. Сложно даже представить, сколько за почти вековую историю в этих стенах записано программы интервью. Коллектив современной редакции бережно хранит традиции и продолжает вести рубрики, созданные еще их предшественниками. Они оставили для нас такой большой архив, ценнейший архив, которым мы пользуемся до сих пор. Ну и сами, конечно, мы все время на стреме, все время в дороге, все время в работе. Всю работу делают два человека – главный редактор Ольга Шевелева и корреспондент Марина Лазарева. Они и журналисты, и звукорежиссеры, и системные администраторы. Привыкли все делать сами. Сегодня в редакции непривычно много людей. Повод особенный – 90-летие Люберецкого радио. Сохранилась заметка в газете «Ухтомский пролетарий». Номер 26 от 2 сентября 1931 года, где речь идет о работе радиоузла. Почтенный возраст Люберецкого радио выдает не только заметка в газете, но и аппаратная, где с современной техникой соседствуют ретро-приборы. В Подольске сохранилось радио, в Люберцах полноценное радио. И закрыли в Мытищах, но потом быстро одумались. Это о чем свидетельствует? Во-первых, о том, что вы преданы своей профессии. И во-вторых, о внятной, разумной, обоснованной какой-то информационной политике местных руководителей. А еще это говорит о том, что радио нужно людям. Об этом не понаслышке знает Галина Талалаева, которая проработала здесь главным редактором 20 лет. Я безмерно счастливый человек, что в моей жизни была эта редакция. Остается в сердце моя любовь к Люберецкому радио. Я даже после того, как ушла на пенсию, иногда домой звонят. Я отвечаю: «Люберецкое радио, слушаю». С большим юбилеем сотрудников радио поздравили представители власти и коллеги по журналистскому цеху. Генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева вручила коллективу благодарность от Общественной палаты округа. За активную гражданскую позицию, профессионализм, высокий вклад в развитие СМИ, формирование информационной политики на территории городского округа Люберцы и в связи с 90-летием. Празднование дня рождения радио выпало на 15-ю медианеделю городского округа Люберцы. Всю неделю сотрудники СМИ принимают участие в различных встречах, конференциях и праздниках, объединяющих представителей этой отрасли. Луиза Егиазарян, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.